Я думаю, что переводить стрелки на зимнее время не стоит, потому что на самом деле, хотя и говорят, там как-то с давлением связано, еще какие-то были всякие штуки, там люди не могут привыкнуть. Не знаю, по мне так лучше время пускай ровно течет. Проснулся утро, не проснулся, ну как бы вечер. А еще такая есть, я помню, давно это было, что для чего это придумано было зимнее время, потому что у рабочих появлялся как бы, не то что у рабочих, час, лишний час для государства, то есть один час бесплатно рабочие работали, поэтому давайте не будем возвращать все это на круги своя. Но мне кажется, так спокойнее как-то, ну проснулся и проснулся в своем, ну, я не знаю, почему такие противники, почему опять возвращать, почему это, зачем это. В принципе, раньше как час, а завтра на час надо раньше вставать, да что ж такое-то, это все рушится, все твое вот это, как говорят, физическое состояние, ну, по времени. Поэтому я думал, что на меня как-то это будет влиять, когда отменили вот эти все переходы. И знаете, я хорошо себя чувствую, я нормально себя, у меня нет сожаления о том, что я час лишний поспал или наоборот. Вообще надо вставать с солнцем.